Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Привет. Сегодня мы посмотрим несколько роликов на канале Островок МСМ. Вот, он снимает видео по МСМ, там, ну, вы, наверное, его знаете. Итак, первый ролик меня уже заинтересовал. Он называется «Вы замечали, что монстры с острова племен и континента поют очень похоже?» Нет. Давай посмотрим. Ну, кстати, похоже. Кстати, похоже, реально. Так, пом-пом с континента. Кстати, пом-пом, я заметил, что она похоже поет с континента и с острова племен. Я это замечал. Да, она похоже поет. Она вот на острове племен говорит let's go, в континенте тоже говорит let's go. Вот почему похоже. Главный. Это главный с континента. Ну, чем-то похоже, чем-то нет. Чем-то похоже, чем-то нет. Вот как. Следующий ролик у нас огненное убежище. Сумасшедшее. Кто-то прыгает. Уже кто-то прыгает. Кто-то в прятки играет. Кто-то бросается туда-сюда. Ну, про пепорка-то понятно, что бросается туда-сюда. Кто-то ножки разглядывает. Дэнди птицы тогда на облачном острове, прежде чем делать тюрюрюрю, тоже ножки разглядывает. Так-то. Игра на память, но если я увижу колючку, то видео закончится. Так, он играет в игру на память. Пока что это кустиво ему выпало. Да, так это Колда Колабас, это трюк. А чтобы видео закончилось, нужно увидеть колючку, чтобы видео закончилось. Либо не увидеть колючку и пройти вот эти все уровни в игре на память. Так, но здесь колючки уже не будет. Так. Лег птица. А, ролик уже заканчивается. Но мне кажется, ну, он не совсем заканчивается. Поэтому я думаю, что он в пятом уровне все-таки увидит колючку, а не в этом четвертом уровне. Так. Но он колючку пока не увидел. Но ролик заканчивается. Значит, он на пятом уровне ее увидит. Да, он ее увидит сейчас, кажется. Потому что ролик заканчивается.
Так, это барабанная труба. О! Вот. Так. Эх, а были времена. А. Я, короче, понял. Времена, когда только начинаешь играть в МСМ, я понял. Он не продал каких-то монстров. Он не продал или выключил каких-то монстров на острове растений. Это зеркальный остров растений, если что. Если вы не поняли. Ну, это, короче, просто ролик про то, как он вспомнил, когда начал играть в Mass Effect. Так. Игра на память, но если я увижу Эпик Мамонта, то видео закончится. А. Он даже на острове Сахабуша играет игру на память. Так, это обычный мамонт. Но чтобы видео закончилось, нужен эпик мамонт. Либо нужно закончить видео, когда пройдешь все 6 уровней в игре на память. Ну, это я говорил, когда ему нужно было колечко увидеть, чтобы видео закончилось. Так, пока что Эпик Мамонта нет. Это пока что редкий дичь тут. Это Саха кто-то, вот это Саха Буш, это тоже Саха кто-то, вот это Эпик Брюшок. Но Эпик Мамонта в этом уровне, походу, не будет. По-моему, так. Да. Да, его не будет в этом уровне. Так, ролик еще не заканчивается, поэтому в этом уровне... Ну, хотя здесь много карточек, он может увидеть здесь эпик мамонта. Но ролик не заканчивается. Так. Я думаю, сейчас какой-то неожиданный момент будет. То, что в этом уровне сейчас будет эпик мамонт. Ну, ролик почти закончился так-то. Он эпик мамонта увидит вообще. Не, в этом уровне я чувствую, эпик мамонта не будет. Но ролик почти закончился. Мне кажется, сейчас начнется 6 уровень, и он первую карточку откроет, там сразу эпик мамонт. Мне кажется, будет так. Мне кажется, так почему-то. Но в этом уровне эпик мамонта уже не будет. Сейчас, я думаю, первая карточка и бац, эпик мамонт. Нет. Но ролик уже заканчивается так-то. Так. О! Эпик мамонт.
Всем. И последний ролик с этого канала посмотрим. Какой-то... Вторая часть похожего пения с острова племен и континента. Окей, тумпы. Ну, опять чем-то похоже, чем-то нет. Опять. Рокотакт. Я вообще не знаю, как рокотакт на острове племен поет. А, вторая песня тоже похожа на острое племя. Ну, не особо согласен, что прям похоже, что там рокотак с континентом и с острого племен. Я бы не сказал, что прям похоже. О! Лавотёка! Вот это я тоже замечал, что с континента Лавочёка поет похоже, как на острове племен. Ну, похоже. Похоже сейчас. Вот Лавочёка с острова племен, там была с континента. Ну, похоже, короче. Ну что, всем пока.